Ну а перед тем, как начать, я хотел бы порекомендовать вам свою группу WhatsApp, в которой я публикую информацию о выходе новых видео, а также провожу различные опросы. Ссылка на группу в описании, ну а мы начинаем! Привет, вы на канале Джеймс Мор, и сегодня мы поиграем в игру Backshot Roulette. Так что давайте я не буду медлить, а сразу же начну, нажму старт. У нас начинает игра как бы загружаться. Так, мы появились в какой-то непонятной комнате, типа туалета. И тут что-то вообще ничего не понятно. Так, есть какие-то таблетки. Ага. Так, нет, таблетки я лучше не возьму. Я пойду сразу дальше. Так. Так, чё, вы у нас ответственные? И я вижу, что какая-то музыка играет, как это называется. Короче, попытаемся пропасть дальше. Ага. А вы пытались ему еще одну дверь снять. Так, нужно, кстати, вот так вот. Давайте сейчас подпишемся по-быстрому. Так, подписываем вот так вот. Типа. Так, ну все, подписали, и теперь начинаем жестко прям играть. Так, первый раунд. Поправлю еще микрофон. Так. Один настоящий и два типа холостых, понятно. Так, чего сейчас зарядит? Нет. Так, а сейчас еще мы играть. Так, у нас получается один настоящий. Давайте попробуем так сразу в зелье раскрылись. Потому что, а почему бы... О, сразу как раз таки повезло. Ну все, по идее, сейчас остается только два холостых. Как бы... Ну да. Это все. Ну да, все. Так, по идее, даже их нет. Так, теперь у нас, ага, три настоящих и два холостых. Но это уже пожестче. Понятно. Так, поэтому давайте теперь стрельнем опять в него. Сейчас посмотрим, насколько дальше прокачано. О! Нифига, это победа. Ну, за это, я думаю, можно поставить лайк. За победу сразу же. Потому что победили мы реально быстро. У нас уже, кстати, второй раунд. И посмотрим, что здесь будет. Так. Ага. Нужно сделать это интереснее. Как? Ага, два предмета. Понятно. Понятно, все так. У нас есть наручники. И пила. Это прям вообще имба, прям вообще имба. Один настоящий, один холостой. Блин. А вот тут я не знаю, что сделать. Так, поэтому давайте ему... Найдем наручники на него сейчас. Ага. Так, вот на нем наручники. Так, используем пилу, короче. И лишь бы нам сейчас повезло, лишь бы нам сейчас повезло. Так, все. Так, давай. О! Нифига. Сразу минус 2 хп ему. Чисто удача на 999 уровень у нас прокачана. Прям жестко. Так, поэтому давай теперь. Теперь в себя. Теперь как бы смысла даже и нет. Так, опять предметы. Ага, пиво и... Ага. Понял что-то. Ну ладно, в принципе, надо как-то пофиг. Так, у нас два настоящих и два, короче... Да, фейковых, короче. Так, давайте используем вот эту фигню. Так. Ага, выпиваем. И выкидываем... Блин, настоящие выкинули. Значит, по идее, там остается один настоящий. И два холостых. Так, ну я не знаю, что сделаем. Но холостых там больше. Поэтому давайте рискнем, рискнем все-таки. Не повезло. Повезло, не повезло. Получилось вообще фигово. Так, чё? Ну да, там только холостые, по идее, осталось. Все.
Так, ага, еще одни наушники. И еще даже одни наушники. Понимаю. Но не одобряю. Так, у нас три настоящих и два холостых. В принципе, проблем с этим не будет. Поэтому давайте заюзаем наушники. Наручники. Так, все. И теперь стреляем в него. Во. Нехило. Нехило, его снесли. Поэтому сейчас его по-быстрому снесем. Так. Давайте второй раз с него стреляем. О! Просто вот так вот. Изи его вынесли. Ну что-то мы как-то прям быстро прошли. Да. Ну что-то реально как-то быстро проходим. Прям реально лютый спидран. Прям лютый спидран по бакшоту, блядь. Так, ну все, третий раунд. Здесь будет реально жестко, кстати. Ага, вообще вот какие-то непонятные. Так. Что-то начинается. Что-то непонятное. Так, предметы наши уехали, окей. И теперь у нас 4 предмета. 4 предмета это прям нормально так. Так. Лупа. Окей, еще одна. Наушники. И еще наушники. Так, в принципе, неплохо. Неплохо там вот она. А, вот выпал. А. Жалко то, что у нас нет этой пилы. С пилой было бы просто имбово. Так. Давайте посмотрим, что там за патрон. Ага, там хвостой. Значит, это в себя. Вот так вот. Получается, там остается один холостой и один боевой. Поэтому давайте его сейчас сделаем вот так. И теперь вот так, чисто. Не, иди сейчас. Ага, не повезло, не повезло. Значит, там остается один боевой. И мы его им выносим, вот так. На, все. В башке. Ну все, снесли ему одну хп. Пока что вроде как все идет нормально. Так, еще 4 предмета. Так, раз. Блин, пила есть, это прям было. О, 2 пилы. 2 пилы, это прям жестко. Так, что у нас есть? Ага. 1, 2, 3, 4, 5. Получается так. Вроде как 5, сейчас 3. Так, давайте сразу посмотрим, что это. Посмотрим сразу. Боевой. Это значит, что мы прикопываем его. Короче. Ага. Юзаем пилу. Юзаем пилу. Так. Теперь берем, короче. И стреляем в него. Вот так сейчас. На, нафиг. Если просто. Так, у него остается 3 хп. Потом. Так, эта фигня заново отрастает, я знаю. Да-да-да-да. Так, мы опять смотрим, что там. Так, здесь холостой. Это значит то, что это в себя. Все, это в себя фигачу. Больше у нас как бы нет этих. И нам придется полагаться только реально на удачу. Поэтому давайте союзы пилим сейчас. Надеюсь, нам вот сейчас реально повезет. Сейчас должно прям повезти. Все, стреляю в него. Не повезло. Не повезло, не фартануло. Так сказать. Ну все. Теперь. Ага, теперь он начинает захиливать. Все. Понимаю. Понимаю, но не одобряю такое. Так, у него там лупы, наручники, пилы. Понимаю. Так, ну понятно, там холостой. Ну все. Это ГГ. А, нет, он в себя. Значит, он просто так. Так, теперь он смотрит. Если он целует пилу, то там настоящий. Очень интересно. Так, а что? Да, все, там настоящий. Да. Ну все, пока. Так. Тут сложная ситуация получается. Ага, он опять смотрит. Он опять смотрит.
Там опять настоящий. Это нам перестало вести. Да, нам перестало вести. Так, что дальше? Так, ты готов? К чему я готов? Оба. Проблемка. Стоп, а я не помню, что там оставалось. Потом давайте ему наручники выдадим. Так, и стреляем в него. О, как зло. Так, все у него остается. Еще 3 хп. 3 хп у него остается. Так. А, раз, два, три и четыре. Все. Так, 1, 2, 3. 3 настоящих, 2 хвостых. Понятно. Так, ага. Так, давайте вот так сделаем. Боевой. Значит, наручники на него одеваем. И стреляем. Так, все. Так, все, сейчас все зависит только от удачи. Все, лишь повезло сейчас. Да! Изи, просто вот так вот. На, изи катка. Просто вообще лютый спидран сделали. Так. Ага. Катка выполнится. Окей, выехали деньги. Так, ну по идее мы их вот так вот открываем. И забираем деньги. Ну все, это чисто изи победа, прям. Чисто вынесли этого чела. Да, это жестко было. Так, давайте посмотрим, сколько. 69 505. Ну это прям реально жестко. Но я думаю то, что на это в принципе и видео можно заканчивать. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал.